Ну, например, если в театре... Врет, актеру верить нельзя. Он сегодня скажет, что хорошо, а на самом деле думает плохо. Либо он скажет плохо, но думает хорошо. Верить ему нельзя, хотя мальчик он очень хороший. Будь здоров. Спасибо. А у меня есть штучка такая, прям такая, ля-ля-ля, уже жужжу, никому не покажу. Я начинал играть свои концерты с настоящих квартирников. Бардовские всякие фестивали, где люди сидят на земле тоже вокруг или у костра. И это абсолютно привычная атмосфера для меня, правильная и настоящая, любимая. Штучка либо есть, либо ее нет. Евгений Шулимович, ты хороший мужик. До новых встреч, ярких и теплых.